Вице-чемпион мира Евгений Плющенко, 16-летний фигурист, талантливейший из Санкт-Петербурга, ныне вообще-то он из Волгограда, но давно, последние годы, тренируется у Алексея Мишина, хореограф Евгений Сережников. Сережников, простите, да. И русский танец. Я знаю, американской публике очень нравится этот танец. Да, в общем, в какой-то степени для показательных туров за океан он прицелом на это готовился. Одиночников это большая редкость. Растянут, как говорят, спортсмен. В этом помогала ему мама, кстати. И вообще-то, вы видели, конечно, насколько он артистично владеет мимикой, жестом в свои 16 лет. Естественно, он владеет самыми сложными прыжками, но главное его качество, пожалуй, он убийственно хладнокровен и честолюбив. Знаете, это точно чемпион будущий. Я думаю, что придет его время и очень скоро. Даже как-то один из фигуристов, в прошлом известных, таким одним словом, но до того метким его назвал, ну, оно может быть несколько обидно звучит, хотя и не ругательское, но смысл в том, что он очень честолюбив, так сказать. Экология чемпиона у него налицо. Да даже вот тогда выходил после Ягудина, зная о том, что тот просто уникально блестяще выступил, а может быть даже и не видел,